Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 10 августа 2018 года. Сегодня я побывал в авиагородке. Ну, полтавчане знают, о чем я говорю. Побывал я там по просьбам почитателей полтавских тротуарных новин. И в частности, моей работы. Люди попросили меня осветить участок дороги возле авиагородка, непосредственно возле авиагородка. Я побывал там, я сделал фотоотчет, сейчас вы его увидите. Но вот что я хочу вам сказать, то, что я увидел, на словах передать. Сама дорога по улице Петра Юрченко отремонтирована, сделана качественно, безусловно, без вопросов. И, по-видимому, даже не в этом году, а я не знаю когда, но все нормально. Улица Пищевиков, то же самое сделано, но... Отрезок дороги где-то порядка 150-200 метров между Петра Юрченко, поворот с Петра Юрченко вдоль авиагородка и до Пищевиков не тронут оказался. Там бетонка и в одном месте вообще бетон уже разрушен до такой степени, плохой тротуар, который проходит рядом с дорогой, и в дождливое время... Вот эти брызги от машин, даже если они не хотят там быстро нереально ехать, все равно разлетаются и людей обрызгивает. Ну и, естественно, убиваются сами машины. О чем это говорит? О том, что дважды в том районе, возле того участка, возле тех несчастных 150-200 метрах дороги, проводился ремонт дорог. Была загнана техника, была проведена работа. Но вот этот участок никто не захотел делать. Ну, по логике, может быть, кто-то мечтает, что Министерство обороны это сделает. Но давайте говорить прямо, что там многие полтавчане, ну, с того района ездят. Они не военнослужащие, к Министерству обороны имеют довольно мало отношения. Но это городская дорога, и ею пользуются именно горожане. О какой логистике может быть речь, я не знаю. Почему так власть поступила? С одной стороны сделали дорогу, с другой стороны сделали дорогу. На совесть, вопросов нету. Но почему не сделали эти 150 метров, никто не может ответить. К сожалению, этот участок находится на уважаемой мной пани депутат Матвеевой Майя Кадыровна. Но почему она не обратила внимания на это, я не знаю. Ну вот ситуация такая. Всем хорошего настроения. You are... And you're below the finish line.